Тетяна Цимбалі і Юля Козинець сьогодні наші чарівні ранкові гості. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Вчора відкрилася виставка, яка називається «Душа, мов калина». Дуже прекрасна назва. Розкажіть, будь ласка, як пройшло відкриття? Открытие прошло очень ярко, много пришло детей, родителей, просто гостей, друзья пришли, коллеги, все, кто знал, кто хотел попасть на эту выставку, конечно же, пришли, очень было приятно, много было цветов, много радости было, и дети, которые вот и выставляются, они по-другому даже смотрели на эту выставку, родители тоже, которые вот приводят и детей, и тоже в оформлении, и это, наверное, в стенах музея смотрится намного и краше, и ну вот чувствуется какая-то радость, тепло и родителей, и детей, конечно. Чи була ця виставка присвячена саме до сьогоднішнього свята? Планували ви поєднати ці дві події? Ну, как бы это совпало у нас, можно сказать. Вот это все событие произошло. Мы долго мечтали о такой выставке с Юлей, потому что, ну, как бы сказать, много накопилось материала, много работ. Я просто сохраняю детские работы на протяжении многих лет, когда работаю. Вот, и лучшие работы, которые дети участвуют, работы те, которые участвуют в выставках, награждены грамотами, дипломами. То есть они сохраняются у меня какой-то период. И, конечно же, я вот имела такую возможность выставить на всему городу, да, всем гостям. Чому ви вирішили організувати цю виставку вдвох? Я так розумію, що це була Таніна, так, ідея, перш за все? Да, Тетяна Івановна – це моя учительниця, тому я, як її ученик, попала також учасником на цю виставку, і мої також ученики. Тому вийшло таке огромне мероприятие. Совместно. Які роботи представлені на виставці? Ось ми бачимо, що у нас до нашої студії ви принесли не тільки намальовані картини, ще й розписані там усілякі предмети, ми їх зараз будемо показувати. А що можна побачити на виставці? Які роботи представлені безпосередньо від діточок? Які роботи представлені безпосередньо від вас? Очень много на этой выставке, ну это, наверное, гордость этого года наша, много выставлено рушников, именно петряковских рушников, это нужно увидеть, много просто композиций, панно, на которых птицы, рыбки, ну, есть расписанные предметы также, очень много экспонатов. Ну, около 200. Чи є ідея, одна ідея, яка об'єднала всю виставку? Звісно, є. Це наш рідний край. Це, ну, наш рідний край і наша Україна. Ну, Павло наразі тримає, так, скажімо так, кухонні речі, які приладдя. Так, які... До речі, ці штуки останнім часом досить такі популярні. Наскільки їх беруть для декору більше, чи все-таки є такі, хто використовує їх безпосередньо під час, да, роботи на тій самій кухні? Тому що вони, по-перше, вони зручні, по-друге, вони дуже красиві і яскраві. Конечно, эти же предметы, ими можно пользоваться, потому что мы учим детей, допустим, также, чтобы этот предмет мог использовать, можно подарок тоже как бы использовать, ну, в быту, в хозяйстве, то есть те же ложки, допустим, и ложечки, которыми можно размешивать. То есть все это пользоваться можно. Есть декоративные, которые украшают наш дом, а есть работы, которыми можно пользоваться. Работы свои, життя красивейше. Ты бежишь на кухню, кричишь, где моя большая ложка? Юль, вы также принесли так и с собой работы. Покажите нам, будь ласка, на камеру, да, чтобы все побачили эту красоту. Детские работы, которые не попали на выставку из-за того, что они будут участвовать в следующих конкурсах. То есть выставка будет длиться до 8 декабря, а конкурс раньше, поэтому работы
остались у нас. Почати, я вас переб'ю, одразу спитаю, ви кажете, дитячі роботи. Який вік тих дітей, які малюють ось цю красу? Возраст від 7 лет даних робот і до 9. А вообще возраст деток, которых мы обучаем, у Татьяны Ивановны это с 4 лет и до 16, у меня с 7 лет и до 16. Ну, такие работы, то есть Петряковская роспись, как вы видите, это не только цвіти, але також ми рисуємо сюжетні картини. До речі, так, хотілося б з цим більш детально познайомитися. І також техніці Петриківська роспись. Так, обов'язково, це техніка Петриківської роспісі. Тому що ми звикли, що це більше квіточки, да, і розписані тарілки, наприклад, да. Да, або ось речі побуту. А тут, валяється, що карел ще можна намалювати петриківським розписом. Дуже красиво. Оце, да. Тань, розкажіть, будь ласка, взагалі ваша історія, з чого розпочалася? От ви, наприклад, навчаєте дітей з 4 рочків, так? Ви сама вперше коли розпочали? Почали. Ну, час так швидко йде, я вже не пам'ятаю, що конкретно почалося. Ну, мені дуже повезло, тому що я родилась в Петриковському районі, село Рацело, в якому жила і працювала Надежда Белоконь. І однажды, ну, вот мені повезло, я з нею зустрілась, і з цього моменту, наверное, почалась вся моя вот как бы деятельность этой Петриковской росписи. Художниця мне, ну, как бы на память подарила такие маленькие малёвочки. То есть с этих малёвочек я их сохранила, конечно же, на всю жизнь. Вот такие. Это те малевки, которые вот именно продавались на ярмарках. Эти малевочки, ну, это можно считать сейчас уже музейным экспонатом, потому что они имеют, ну, такую большую ценность лично для меня, потому что рукой выполнена художника. И здесь краски необычные, не те, которые вот сейчас используются. Здесь анилиновые красители и по технике соединены с желтком. То есть выполнены эти работы только кошачьей кисточкой. Слушайте, неймовірно, який колір зберігся, так? Через стільки років яскравий. Тобто в цьому секрет. Да. И такой маленький фрагментик тоже мне достался немножечко попозже. Пивник Надеи Белоконь. Я принесла вот такой альбом. Здесь я хочу показать. Вот тоже такой же петушок на этом альбоме. Я думаю, что один из этих, просто, может, работы были, ну, как бы выполнены неоднократно с петушком. И как бы детское вот ощущение, что подтолкнуло, и такое желание, знаете, вот каждый раз, когда я жила в селе, конечно же, была возможность у меня украсить печь, украсить свой дом, и это всем нравилось. И, наверное, родители также меня, ну, поддерживали, и, ну, я благодарна им, дали возможность мне определиться со своей профессией для того, чтобы я поступила в Петриковское училище и, естественно, закончила его. Со временем приехала в город, и так получилось, что я нашла себе работу именно преподавателем Петриковской росписи для детей. Вот Юля у меня одна из первых учениц. Она очень долго ходила. В принципе, выросла у меня в клубе школьников, потому что и сейчас мы работаем с Юлей в центре внешкольной работы номер 1 на Тополе Шевченковского района. Тільки хотіла запитати Юлю, чи для Юлі це залишилось хобі, чи все ж таки основною діяльністю. Я так розумію, що основна діяльність, так, і багато часу приділяєте петриківському розпису. Так, це стало моєю роботою, моєю життю, хоча по професії я не збиралася становиться художником вообще и даже преподавателем. Жизнь сама меня направила, дала такой шанс. С 7 лет я оказалась у Татьяны Ивановны, привела меня мамочка, и так я и проучилась 9 лет, практически каждый день. Учились, рисовали, общались, то есть хорошо проводили время. Татьяна Ивановна смогла такую атмосферу создать, в которую просто хотелось бежать, с головой нырять в эту красоту.
так и получилось, что это теперь моя жизнь. Вообще, я инженер-эколог. Угу. Совсем другое. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка, ваша виставка «Душа, мов калина», де вона проходить, куди можна прийти батьками з дітьми, щоб надихнутися і, можливо, прийти до вас на заняття? В музеї літературної Придніпров'я проходить наша виставка, і працює музей з 10 до 17 до 8 декабря. Тобто до 8 грудня ще можна встигнути побачити роботи. Скажіть, будь ласка, а особисто для вас, що є петриківський розпис? Який він несе меседж? На що покликаний? Що ви хочете донести, роблячи такі красиві картини і навчаючи дітей? Ну, это, во-первых, мы сохраняем традиции нашего народа, культура нашего народа. То есть по петриковской росписи нас узнают, ну, во всем мире, да, как бы он, когда уже был занесен в список ЮНЕСКО, то есть с этим именем уже Петриковка стала еще более широко известна. И, конечно же, дети – это как продолжение. Нужно сохранить, нужно, чтобы каждый ребенок и узнавал, и понимал намного глубже, не просто как цветочки, но еще и технику можно было, ну, как видите, различать, потому что росписей много, но петриковская, она особенная. Именно она по капельному вот можно различать, по технике и по капельным рисуночкам, по пальчиковой технике. То есть всему этому вот как бы, как раньше старые мастера, да, использовали свой палец, да, для рисования каких-то цветов. Кошачу кісточку. Со временем уже как... Це було раніше, так. А от наразі? А зараз використовуємо, до речі, так, да, ми говоримо про крутячу цю... Да, я іменно це вот і сохраняю, і дітям це даю на заняттях по петриковській розписі. Тобто традиційно я тільки підхожу вот какой-то період, діти займаються пальчиком. Тобто вони нарабатывають цю техніку. Потім є така техніка паличкова, тобто рогожкою. Тож є такі варіанти і роботи, і ми виставляємо такі роботи. Тобто і цвітова гама, і композиція, все це заложено іменно в дитячих роботах для того, щоб, ну, іменно сохранити традиції. Ну, з Петриковкою, в принципі, зрозуміло, там, де ближче до самої Петриківки, там, мабуть, і більша популярність серед дітей. Як у нас у Дніпрі, на тій ж самій Тополі, як діти ходять, як діти бажають доторкнутися саме до цього мистецтва? Чи багато їх? Дуже популярна і повні групи дітей, дійсно, возрасту 4 років, і навіть ті дітки, які випустились, 16-літні, вони все одно возвращаются или рисуют дома, но приходят, советуются. То есть дети активны, они не сидят дома, хотят пробовать, побеждать. Это девчата до вас приходят на занятия? Тоже мальчиков меньше, конечно. Ну, это народное творчество, здесь немножечко легче детям воспринимать, наверное. Вот мазнул пальчиком, и уже пол, как бы, бутончика есть, да, там еще мазнул, уже лепестки, 10 лепесточков, уже цветочек. И это каждого ребенка рука, именно вот он сразу получает, ну, как бы, результат, да, композиционный, тут же листочки. То есть природа, которая нас окружает, те же подсолнухи, когда дается тема подсолнухи, калины, допустим, это все вот... Просто ребенок видит глазами и тут же переносит, казалось бы, нужно кисточкой, да, там подрисовать. Нет, пальчик, это настолько уверенно. Я всегда детям говорю, куда бы ты ни уехал, куда бы ты ни ушел,
хоть куда, с тобой всегда инструмент. Говорят, какой инструмент? А палец твой. Ах, точно. Задіяна дитяча моторика, так? Розвивається. Я думаю, що психологи також, напевно, дитячі вас підтримують у цьому, тому що це розвиток. Розвивається глазомір, розвивається чувствительність пальчиків, тобто і розвивається цвітова гама. Тобто все тут в комплексі для дітей дуже важливо і... нужно. Щодо фарб, у мене ще питання, тому що ви зазначили, які фарби раніше так використовувалися. Наразі які фарби ви використовуєте? Акварель, це може бути акварель з клеєм ПВА або желтком ми використовуємо також в своїх роботах. Є і по техніці, як і раніше, тобто з желточком. Але чаще, звісно, з клеєм ПВА або гуаш з клеєм ПВА також. Тож, любі батьки і діти, шукайте, розшукуйте Тетяну Цимбалі і Юлію Козинець і приходьте до них на заняття, а також обов'язково відвідайте виставку, яка буде тривати до 8 грудня. Дуже вам дякуємо, що ви до нас сьогодні приєдналися і показали свою творчість.